Есть на карте России удивительное место – Камское устье. Находится оно примерно посредине реки Волга. Именно здесь сливаются воедино две могучие реки – Кама и Волга. Это одно из красивейших мест не только Республики Татарстан, но и всей России. Прекрасные холмы и водная гладь, уходящие на десятки километров, никого не оставят равнодушным. Мы находимся с вами на берегу Куйбышевского водохранилища. Это одно из самых удивительных мест на карте России, где соединяются великие русские реки Волга и Кама. Водное пространство здесь достигает 42 километров, так что не видно других берегов. Потрясающие виды бескрайних водных пространств поражают воображение даже самого искушенного туриста. Береговая линия района составляет порядка 72 километров. Камское устье – это настоящая жемчужина Татарстана. В районе множество памятников старины и природы. Крупнейший в России гипсовый рудник, знаменитые Юрьевские пещеры, Тиньковский императорский питомник. В районе есть старинные дворянские усадьбы, храмы, музеи, деревянные дома, которым по 150 лет и более. Здесь замечательная рыбалка, ради которой приезжают рыбаки со всего Поволжья, а зачастую из Москвы и Санкт-Петербурга. А сколько к нам прибывает любителей парусного спорта, велосипедистов, скалолазов, любителей природы. Камское устье – это туризм и отдых на любой вкус. В ближайших планах открытие школы парусного спорта, лодочной станции, заправки для маломерных судов. Но район живет не только туризмом. Мы делаем ставку на всестороннее развитие. Это и производство строительных материалов, и сельское хозяйство. В районе открываются новые экологически чистые производства, такие как «Фоника-гипс». Масштаб инвестиций составил 5 миллиардов рублей. Также ведется работа по возведению завода строительного гипса и кирпичного завода европейского уровня. Благодаря личной поддержке нашего президента Рустама Нургалиевича и реализуемым правительственным программам строятся детские сады, клубы, дома, ведется ремонт школ. Для молодых специалистов выстроен целый поселок. Дома сданы под ключ, заселены и уже звучат на улицах детские голоса. Активно развивается районный центр, строится жилье, дороги, возводятся новые социальные объекты, появился и свой оздоровительный комплекс с водным бассейном. Приезжайте в Камско-Устинский район. Вы насладитесь изумительным видом природы, отдохнете душой и телом, получите заряд бодрости. Добро пожаловать на Волжские берега. Рахим Итагесь.